проводить. Арчиди, пожалуйста, 58 миллионов. Это официально доказано. Бюджет города потерял 58 миллионов. Огромное количество участков, которые были реализованы не так, как надо. Какое решение суда? Никакого, практически, да? То, что они собираются на квартире у Малышкиной и обсуждают, как меня снять с работы, я это тоже знаю. Еще раз повторяю. Есть задачи, которые выполняет губернатор. Как его надо скомпрометировать? Компрометировать его команду.